Всем привет, ребят. Решил заснять сегодня русский сервер. Что у нас сегодня интересного есть? Базар, честно говоря, сегодня вообще никак не радует. Еще немножко, и мы будем открывать уже сумки Огнекрыла. 100 штук у нас на русском сервере, на китайке я уже это показал. Как видите, у нас нету большого пака. Странно очень, дают по 5, ну, дают так себе. Ну, не нравится мне. Такие призы было намного круче и лучше. Так, ну помимо этого побежали, сыграем. Сейчас в акцию осенний праздник урожая. Также покажу новую фишку. Возможно, многие уже это и видели. Но многие в донат не играют, не заходят в донатные акции. Сегодня нам дали статуэтку тыковки, возможность ее забрать, и я забрал уже, засниму распаковку, посмотрю, что там придет, очень интересно. Сейчас покажу эту акцию тоже. Так, кристаллы. Ну, руна рвения. Афина, ничего себе. Просто прет. Да. Могли бы и хотя бы героев. Еще одна Афина. Ну, если бы у меня был начальный аккаунт, это было бы, конечно, очень круто. Так, окей. Что мы имеем? Куча расходников, которые не особо нужны. 3 рунды рвения, 2 Афины. Огонь. Вот такая вот статуэтка сегодня у нас. Я одну себе забрал, посмотрим, когда уже придет. Их было всего лишь 50. То есть за 7-800 самов, если вы купите первых 50 игроков, которые первыми заполнили данные, получат памятную версию князя тыквы. Одна на один аккаунт Россия, Украина, Беларусь. В течение 4 недель, в течение месяца. То есть вот так вот. Ну, будем ждать, надеюсь, оно раньше придет. И мы уже заснимем, посмотрим на нее. Так, ну все, с этим мы вроде как бы разобрались. Последнее время тут у нас на русском сервере даже нечего снимать. Я все снимаю английский сервер. Даже немножко на китайку забил, потому что на английском весь трешак. Так, у нас есть найм редких героев за алмазы. Вот у меня их 65 накопилось. Я решил не копить их до 100. И сегодня мы пооткрываем, посмотрим, какие шансы. Как видите, у нас вот такие вот герои на английском, если я не ошибаюсь, там получше проапдейтили. Там и рогатка есть, и рогатку можно собрать. У нас апдейта так и не сделали. То есть, по сути, ничего не поменяли. Кто хочет пересмотреть, можете пересмотреть, есть 2 видео. В первом я открыл там в районе 100, во втором я открыл, если не ошибаюсь, где-то 65, тоже в этом районе. Ну, везде падали огнекрылы по 2 осколка, посмотрим сейчас, какой будет шанс. Ну, там я выбил всех героев, то есть все, что было, я все повыбивал, и в принципе мне понравилось там. Сейчас посмотрим, что у нас будет на русском. Так, поехали, найм. Бигфут 40 осколков, ну неплохо. Махатма 30. Ну, капитан Рогатка сразу же, опять Бигфутик. Асура падает. Варжей 50. А кто у нас тут по 50? Варжей, Анубис, Афина, в принципе, неплохо. Мне вот самое больше всего интересно собрать огнекрыла. Конечно, как вспомогательная акция за найм. Это очень круто. Так, Рибит. Опять Воржей. Асура. Но уже практически... Вот, Седну выбили. И практически собрали Воржея. Ну,
принципе, относительно неплохо поехали дальше. Bigfoot. Вот, ворожая мы уже тоже осколками собрали. Итого мы потратили 13 редких камней. Ну и Асурик, я смотрю, падает. Некрос. Вот так вот, даже так. Спустя там сколько, 15 камней, умножьте на 20, 300 камней у вас будет. Вы сможете собрать отсюда некроса. Но это так, если повезет. Вольт падает. Тоже отлично. 20 осколков. Как вариант добивать, так, капитан Рогатка. На английском, кстати, очень много Махатмы падало. И капитан Рогатка тоже неплохо падал. Так, ворожек. Опять некрас. Ну, честно говоря, если бы это был имбовый герой, каким он был, когда он вышел после Вольта, это было бы очень там мега круто. Сейчас это просто расходный материал, не более того, потому что некрас, как вы знаете, уже не тот. Афинка 50, что-то новое. Ну, я смотрю, у нас больше дают Асуры и Ворожаи по сравнению с другими. Опять Седна. И там тоже, по-моему, Седна неплохо нападала нам. Вот Махатма 2, если не ошибаюсь. У нас не падает Фрея, у нас не падает Анубис. Там Анубисов тоже было дофига, я смотрю. Все остальное у нас уже плюс-минус было. Поехали дальше. Рибит. Бигфут. Вот он, Огнекрыл. Наконец-то на русском сервере я получил 2 халявных осколка Огнекрыла за донат. Вот так вот. 2 халявных за донат, за которых ты заплатил. Так, Асурик. Рибит. Бигфут. Афинка еще. Так, ребят, ну я смотрю, у нас не особо раздают целых героев. В общем, кто захочет, сможет сравнить разницу, посмотреть. Седна, третья уже. У нас ни одного Анубиса, кстати, таки не выпало. Махатма, 90. Вот, 50 осколков Анубиса, наконец-то он упал. Совпадение, не думаю. Так, профессор Рибит. Еще один, еще Махатма, еще Биг, Анубис. Итого мы собрали половину Анубиса за практически 40 камней. Офигеть. Афинку однозначно мы уже собрали. Вольт второй. Ну, в случае, когда вам надо добить четвертое Сетна, это просто жесть. Так, Анубис, ну практически... У нас осталось 11 попыток. Махатма, я не знаю, там пару ворожея уже собрали. Вот она, наконец-то, Фрея. И это всего лишь 40 осколков. Как видите, одни седны падают целыми. На английском сервере, где я играл, там падают практически все. Ну, не то, что практически, там все падают. Хоть там было больше камней, но, как видите, у нас... Пятая. Ну, скажите, что это совпадение. Я не думаю, поэтому, как видите, шансы получить отсюда целым, там, например, того же самого Повелителя Бури, который нам, ну, реально не падает отсюда, только падает целая карта, Фрею, Бигфута, ну, нереально просто. Вот 5 сен упало, и какой же это трендом? Профессор Рибит, Рогатка, Фрея, еще 40 осколков, нифига себе. А, вот он, Бигфут. Вот, наконец-то мы собрали, получили, точнее, целого еще одна Фрея. 40. Ну и Рибит. Что мы имеем в итоге? Если сравнивать с английским сервером, шансы, конечно, полная фигня. Честно скажу, разница очень заметна. Можете посмотреть английский роллинг. С целых нам упал только Бигфут и 5 сен, ну это не может быть совпадением. Упал нам всего лишь один Огнекрыл, 2 осколка. Конечно, Некроса и Вольта мы, по-моему, по 20 вытащили. Точнее, этих 40, тех 20, но по 2 раза упало. Все остальное, там, не знаю, Рогатку мы нафармили, Махатму нафармили, Асуру однозначно. Фрею мы там наполовину, Анубиса тоже там 3/4 собрали, Афинку собрали, Ворожея собрали, Бига собрали.
Конечно, учитывая то, что здесь 65 камней, ну, плюс-минус там, но все равно заметно, что рандомчик все-таки там лучше. Там анубисы сыпятся, там целые герои просто падают. Тут же непонятно. В общем, непонятно. Решил я не копить эти камни. У меня и так осколков, как вы знаете, хватает. Хотя у меня махатма, у меня некоторых параметров, допустим, там расходников на английском сервере намного больше, чем здесь. Ну, подобивал я, но честно скажу, Бикафинка тоже падала, Ворожей, Некрос. Ну, Анубиса 3800, практически 19, практически 20 штук. А, так, вольты есть. Так, у меня, по-моему, не собран кто-то рогатка. А, не, рогатка уже тоже собран. Сейчас мы посмотрим. Надо будет пооткрывать еще сундучки. Ну, вот три героя, да. Вот этих трое донатных, их не дают, к сожалению. Вот так вот, ребят. То есть, такой вот шанс. 5 штук седны нам упало, я не знаю, это вряд ли такое везение, это просто забидено, просто седна, вот и все, не надейтесь там особо вытащить, конечно, может кому-то повезет больше, чем мне. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в конкурсе, ссылочка в описании. Всем более удачных роллингов, если вы донатите, в принципе, вам этот роллинг особо-то и не нужен. Донатьте сразу на героя осколками, скупайте с рынка, целых героев продают иногда. Все, всем удачи, всем пока.